Скажи, в чем твое предназначение? Выбираешь ли свой путь или будешь мишенью? Шаг за шагом нелегко, ABL тебе поможет. Говорим тебе сейчас, ты в команде и тоже. Ты достоин аплодисмента, ставишь цель и ловишь моменты. В новый день мы расскажем тебе, как нужно. ABL твоя семья, это выбор для лучших. Ты теперь один из нас, и мы тобой гордимся. ABL это мы, расширяем границы. Ну что, всем здравствуйте, надеюсь, видно и слышно меня хорошо. Пусть ваши плюсики будут показывать, что вы так же, как и я, безумно счастливы и рады нашей сегодняшней встрече. Ведь это наш первый вебинар в этом неудержимом, я бы сказал, году. Да, небольшие приготовления, потому что выйти из США к вам по ту сторону океана, конечно, и по ту сторону экранов не так просто. Мы приготовили сегодня очень насыщенный и жаркий вебинар, но самое главное, он будет вам, я надеюсь, очень полезным. Вижу ваши плюсики, а это значит, что вы так же, как и я, готовы
первыми узнавать новости компании и, конечно же, прокачать себя, прокачать свои навыки. Но начну я традиционно со своего любимого слайда. Собственно, это и есть наша презентация за одну минуту. Я думаю, каждый партнер APL должен знать, чем же APL Go отличается из тысяч других компаний, от любой другой компании, которая выходит сегодня к вам с предложением. Ну, во-первых, в APL все идеально, да, это своего рода золотой грааль индустрии сетевого маркетинга. И я вам сегодня попробую это доказать. Первое, с чего я хотел бы начать, конечно, это с команды. Вы знаете выражение «рыба гниет с головы», поэтому очень важно знать, кто стоит у истоков компании. Вы можете спать спокойно, во главе стоит всего один владелец, один собственник, это я, Куликов Сергей Сергеевич, и самое главное, что я сетевик. В моих венах, так же, как и в ваших, течет страсть, я надеюсь, и любовь к сетевому маркетингу. Потому что действительно лучшая индустрия не только в кризис, но и во все времена, мне кажется, еще не придумана. Где можно начать с минимальными вложениями, не имея опыта, образования, в любом возрасте начать и выстраивать свой собственный бизнес, который будет приносить тебе очень долго времени денег. Вот. Но, конечно, один поле не воин, и мы привлекли огромное количество профессионалов из этой индустрии, которые помогают мне делать огромную закулисную работу. Это и бухгалтерия, финансы, это юриспруденция. То есть все, чем обычно болит голова у любого собственника бизнеса, у вас, у дистрибьюторов, конечно, голова не болит. Вот сегодня я более детально, более подробно расскажу о каждом из преимуществ сравнение APL с любой другой компанией. Так, чтобы у вас все пазлы сложились воедино, чтобы у вас была такая же уверенность в компании, как у наших больших лидеров. Второе, конечно, это наш продукт. Продукт, не имеющий аналогов в мире. Вот, наверное, на многих презентациях, на многих встречах вам рассказывают о чудо-продуктах, о том, что у них что-то эксклюзивное, уникальное. Но, поверьте, то, что есть в APL, нет ни в одной другой компании. Это технология Accumulate Assay. Технология, которая позволяет веществам, травам, растениям работать молниеносно. И все это в виде маленькой вкусной карамели, которую вы просто кладете себе под язык, рассасываете, наслаждаетесь вкусом, а самое главное, получаете быстрые результаты. Не нужно ждать годами, месяцами, чтобы накопительный эффект в вашем организме произошел, и вы получили тот или иной результат, как во многих компаниях. В APL все работает здесь и сейчас в стиле Go. Вот сама компания, она APL, Go. Мы быстрые, быстро получаем результаты по продукту, быстро получаем результаты по деньгам. Наши возможности – это то, что волнует общественность, это то, что волнует сетевиков из разных стран мира. И с каждым днем популярность APL все больше и больше набирает популярность, потому что мы привлекаем к себе внимание. Мы единственная, пожалуй, компания в индустрии сетевого маркетинга, которая выплачивает 63%. Задумайтесь, 63% мы выплачиваем в сеть. С каждого евро 63 евроцента уходит вам на выплаты вашим, для вас в виде вознаграждений. А если привлекаете клиентов, то 74%. Это, пожалуй, самые высокие проценты за всю историю. И мы на протяжении 10 лет не меняли ни разу маркетинг-план. Это тоже дает вам своего рода уверенность в завтрашнем дне, что компания не поменяет свои правила и не будет урезать вам доходы. Наши мероприятия, наши события – это то, что действительно выделяет APL из десятка тысяч других компаний. Просто зайдите на наш канал в YouTube и убедитесь в этом сами. Мы – компания новой формации. То, как мы подходим к событию, не подходит ни одна другая компания, потому что мы с Ольгой, с моей супругой, вкладываем всю душу, сердце в организацию любого события. Сегодня я покажу вам несколько новых видеороликов. Вы сами сможете убедиться в том, что нет компании, подобной APL. Ну и просто так я сегодня выделил фиолетовый такой пазл, цвет нашей системы обучения, потому что именно о системе я хочу с вами сегодня поговорить. Залог успеха, конечно, и наше отличие APL, что это наша система обучения, система поддержки. Я вам попробую доказать сегодня, чем мы отличаемся от множества других компаний. Но сначала давайте подведем традиционные итоги. Но итоги я хочу подвести не только прошлого месяца, но итоги всего прошлого года.
Ведь у нас был с вами триумфальный год. Нам с вами исполнилось 10 лет. Что мы с вами сделали? Мы открыли 25 официальных представительств, где продукция поставляется официально и легально через таможенные органы, где открыты офисы представительства, где работают сотрудники, где выплачиваются налоги, оплачивается НДС. Вот вывод средств. Все официально и легально. Мы не компания торгующая, как многие американские, европейские компании поставляют из Америки продукцию в разные страны. Не для перепродажи. Задумайтесь, да, можно сегодня заявлять, что мы открыли 100 стран, но в этих странах нет легального бизнеса. Я же говорю о том, что APL за прошлый год официально присутствует в 25 странах. И это действительно круто, где оплачиваются налоги в каждой стране. Прежде чем получить дивиденды мне как собственнику, мы оплачиваем налоги в каждой стране, поднимая экономику страны, в которой мы присутствуем. Более 100 профессионалов присоединилось к нам за прошлый год только. Это кантри-менеджеры, это руководители по продажам, это служба поддержки, это те люди, которые стоят за кулисами и делают так, чтобы ваш бизнес процветал. Ну и вообще наладили мы поставку более чем в 70 стран. Мы запустили новые продукты, это опять-таки несмотря на пандемию, кризис, и усовершенствовали наш завод. Теперь вы видите, что блистеры легко делить. Видите, как круто. Действительно удобно всегда с собой взять столько дрожжей, сколько вам нужно. Не нужно уже носить ножницы. Мы совершенствуемся. Компания не останавливается на достигнутом. И делаем все для того, чтобы вам с нами было как можно удобнее и комфортнее. Но какой же будет 2022 год? Наверное, всех волнует этот вопрос. Он будет неудержимым. Он уже стартанул как самый такой мощный, неудержимый год. Но на что мы будем делать акцент? Я хочу, чтобы вы знали приоритеты компании на этот 2022 год. Это внедрение системы обучения по всему миру. Это усиление системы поддержки. То есть в разных странах мы набираем колл-центры, проводим дополнительное обучение. Это то, что будет выделять APL от других компаний. Это наша человеческая, наша семейная, по-настоящему домашняя такая поддержка каждого партнера. И я думаю, что многие уже видят изменения в нашем бэк-офисе, и мы действительно первая компания, которая внедряет искусственный интеллект, которая будет прогнозировать ваши продажи, будет помогать вам делать ваши продажи. Ну и наши работники из службы поддержки будут дополнением к вашему успеху. Конечно, это увеличение товарооборотов и выход на рекордные выплаты в сеть. В этом году я поставил цель выплатить 630 миллионов долларов в сеть. Вдумайтесь просто в цифры. 630 миллионов долларов выплатить в сеть в качестве вознаграждений. Да, мы идем на миллиард. Но что для вас значит этот миллиард? Это значит, что 630 миллионов будет выплачено в сеть. Сколько от этой суммы готовы вы в этом неудержимом году забрать для себя, для своих любимых и родных? И мы знаем, что вам поможет. Конечно, это система. Уникальный интеллектуальный продукт, созданный специально для APL. И нам с вами есть чем гордиться, потому что, начиная от новичка, как только вы пришли в первый день в этот бизнес, и до позиции амбассадора, до топ-лидера, мы готовы провести вас за ручку вместе к вашему успеху. И здесь нет никаких экспериментов. Все, что мы делаем, это уже проверено, отлажено. И я вам об этом сегодня более подробно постараюсь рассказать. Потому что APL – компания неудержимая. Она скоростная. Но для того, чтобы нам с вами преуспеть, нужно отточить несколько определенных моментов. Этим мы с вами в этом году и займемся. Итак, для начала я бы хотел, чтобы каждый партнер знал, куда обратиться, с каким вопросом. Ну, во-первых, система обучения – это APL Office. Наш основной сайт aplgo.com. И есть хранилище всех наших событий, фотоархив. Это photoapl.com. Это три сайта, которые я хочу, чтобы вы знали, они у вас всегда были в закладках,
прямо сейчас создайте эту закладку, так чтобы вы всегда могли зайти на один из этих трех сайтов. Также мы во всех популярных социальных сетях с вашими новичками, сами лично, обязательно, сегодня же зарегистрируйтесь, подпишитесь на наши аккаунты, так, чтобы быть всегда в курсе всех событий. Вот на тот случай, если вы вылетаете из какого-то процесса, или ваш спонсор вылетел из процесса, то ваши партнеры всегда смогут быть в курсе событий. Они всегда смогут получить последнюю информацию, новости, промоушены и как следует себя прокачать. Более детально хочу поговорить с вами о сайте под названием APL Office. Это наш университет, онлайн-университет, который мы создали на бесплатной основе для каждого партнера. Я знаю множество компаний, которые берут определенные суммы денег каждый месяц или в год за пользование своими ресурсами, а поверьте, все профессионалы, которые заходят на наш APL Office, понимают тот объем информации, который там собран и адаптирован под APL, это дорогого стоит. Но мы даем вам это все абсолютно бесплатно. Главное, не потеряться в огромном потоке информации. Действительно, много всего мы там заложили, но хочется, чтобы вы научились пользоваться этим сайтом правильно, потому что это ваш проводник на пути к вашему успеху. Итак, в чем же заключается система обучения, скоростная система обучения. Это уникальная модель, которая состоит из трех шагов. VIP, лидер, мастер. Всего три шага будет отделять вас от вашего успеха. Все новички, которые приходят в этот бизнес, это для нас самые важные партнеры. Это первый шаг. Это люди, для нас это будущая компания. Поэтому мы делаем все для того, чтобы с первых дней научить вас работать правильно. Мы ценим, что для новичка важна забота. И вот как правильно провести новичка к успеху, об этом рассказывает весь наш первый шаг обучения. Все тренинги подобраны специальным образом так, чтобы не перегружать новичка. Тем более, если он пришел уже из другой компании, то это все будет наслаиваться, разные информации, разные опыты, то это может помешать. Мы же подобрали все таким образом, чтобы постепенно привести вашего новичка к успеху. Второй шаг. Лидер. Это для тех, у кого уже есть команда, кто уже подписал первых людей и не знает, что делать. Это шаг для того, как работать с первым шагом, как работать с новичками. И темы там подобраны уже другого уровня. Как справляться с конфликтами, как поработать с промотивировать новичков работать, потому что ведь порой новички вроде хотят много денег, но не хотят больше действий или не хотят правильных действий. Вот как выстраивать работу с новичками и как самому перейти из фазы строителя, фазы руководителей, вот об этом есть второй шаг. Не спешите передавать информацию со второго шага новичкам, потому что всему свое время, и это все равно, что первокласснику дать информацию 5, 6 или 7 классов. Конечно, это будет просто перегруз. Ну и третий шаг. И в этом году мы активно начнем уже работать с рядом лидеров, где будут работать определенные коучи, оттачивать определенные модели у наших больших лидеров. Потому что единственная ошибка в сетевом маркетинге – это остановиться на достигнутом, да, перестать расти и совершенствоваться. Поэтому, конечно же, и мастера – это те люди, которые уже имеют большие команды, у них уже страны, регионы, но есть свои определенные трудности, моменты, и тренинги, разумеется, должны быть другого порядка, другого уровня. Поэтому индивидуально с каждым из мастеров будут работать профессиональные коучи в том или ином направлении. Вот, собственно, если вкратце, то небольшой экскурс, если вдруг вы забыли, чем отличаются первые, второй и третьи шаги. Но самый важный, как я сказал, для нас – это новичок. Неважно, как давно вы пришли в бизнес, мы подобрали самые нужные, как я сказал уже, тренинги для первого шага. Это и внешний вид, это как составить список знакомых, как пригласить человека, как сделать промоушен, советы по телефонным звонкам. Все то, что необходимо знать новичку, все
все подобрали на первом шаге и дали в открытом доступе. Хочу напомнить вам о нашей системе, чем она все-таки отличается, да, то есть у нас есть 3М, не МММ, не путайте, но мы любим сокращения, мы любим аббревиатуры так, чтобы играючи наш с вами мозг запоминал. Это модели, материалы и мероприятия. Вот, собственно, что входит в систему. Давайте разберем более детально. У нас с вами есть модели подписания, которая состоит из 5 шагов. У нас есть модель продажи «Попробуй, расскажи». И есть модель проведения презентации «Проще, чем кажется». У нас есть огромное количество материалов в компании, которые помогают работать в системе. У нас есть печатная продукция, это наши стартер-киты, журналы, каталоги, буклеты. И есть огромное количество мотивационных инструментов. Это, собственно, наши 5 пазлов, да, образующие золотой грааль. Это продукт, возможности, наши мероприятия, система поддержки, конечно же, руководство. Наши мероприятия, которые организует компания, которые организуют лидеры и которые организуют партнеры в регионах. Вот о каждом из этого пункта я хочу с вами поговорить детально. Неважно, какая у вас сегодня квалификация, важно, что вы сегодня находитесь на этом вебинаре, и вы готовы начать действовать чуть-чуть по-другому, чуть-чуть иначе. Потому что этот год неудержимый, как я сказал, мы посвятим вам, вашему совершенствованию, так, чтобы вас было невозможно удержать, чтобы действительно год, как назовешь, так и прошел. Для этого нам нужно с вами скорректировать некоторые знания. Итак, поговорим о моделях. Модель подписания очень простая, это всего 5 шагов. У нас есть модель «Попробуй, расскажи», проведение презентации проще, чем кажется, и модель «Путешествуй и зарабатывай». Это очень важная модель, тоже о них поговорим чуть позже. Итак, какие 5 шагов в модели системы подписания? Стать партнером самому. Я поздравляю, я думаю, что здесь новичков нету, которые еще не партнеры. Здесь только дистрибьюторы. Если нет, то примите решение сегодня же. Осознайте, что на вас упала звезда, что это лучшее предложение за всю вашу жизнь. И это будет самое мудрое решение. Принять решение присоединиться к APL. И вот, первый шаг – стать партнером APL. Второе – начать пользоваться продуктом. Он очень вкусный, и он дает результаты здесь и сейчас. Поэтому вы начнете получать свои результаты. Третье. Вы изучаете все наши инструменты. Вот сегодня мы вкратце попробуем с вами пробежаться по огромному количеству наших инструментов и материалов. Так, чтобы вы понимали, что в компании есть все для вашего успеха. Четвертое. Вам нужно приглашать на нашу презентацию. А это проще, чем кажется. И пригласить проще, чем кажется, и презентация называется проще, чем кажется. Тем более, многие презентации раз в неделю мы проводим онлайн, где лучшие наши лидеры онлайн проводят для вас презентацию. И пятое, наверное, это очень важно, поставить цель по системе SMART. То есть конкретную, измеримую, достижимую, значимую и, самое главное, ограниченную по времени, да, чтобы вы четко понимали, что вы хотите и когда, и как. Вот. И вот, собственно, ваша модель подписания, всего в 5 шагах. Вкратце пробегусь по модели продажи «Попробуй, расскажи». Когда вы попробовали продукт сами, получили свой собственный результат, рассказали эту историю, дали попробовать другим, они получили результат, вы рассказали их историю. И этот круг невозможно остановить. Как только вы запустите это колесо с моделью «Попробуй, расскажи», ваш бизнес будет неудержимым. Я вам это гарантирую. Нет в мире компании, которая предлагает вкусный, стильный, интересный, инновационный продукт. Не создалась еще такая компания, понимаете? А мы с вами 10 лет назад уже это сделали. Мы первые, мы первопроходцы. Да, всегда новый продукт воспринимается в штыки. Но вспомните, как появился телефон. Еще кнопочный много лет назад. Говорили, вот с таким ухом будешь ходить, если будешь пользоваться. Или наушники. Помните, которые по Bluetooth? Вот они, работают сегодня. Как говорили, что нельзя ими пользоваться. Все инновации воспринимаются в диковинку. Но, однако, они сначала подтесняют рынок. А зачем подтесняют все, что было до этого?
Мало кто сегодня пользуется наушниками с проводами. Это неудобно. Да? То есть мир не стоит на месте. Я думаю, мало кто сейчас по ту сторону экрана сидит с кнопочным телефоном. Нравится, что не хочет, чтобы его прослушивали. И специально по каким-то моментам использует телефон с батарейкой, которая еще снимается. Вот. Все-таки современный мир все сегодня на смартфонах. Почему? Это удобно. Почему я убежден, что с нашим продуктом мы завоюем весь мир? Да потому что люди устали глотать таблетки. Они устали глотать капсулы. Это неэффективно. Это стрёмно. Они застают в горле. Они неприятные, они невкусные. Но они не стильные. Современный мир диктует новые правила. Мы должны получать результат здесь и сейчас. Мы не хотим долго ждать. Мы хотим принять волшебную пилюлю, и чтобы сразу получил результат. И я вас поздравляю, у нас есть с вами эта волшебная пилюля. Поэтому вот, запускайте процесс, попробуй расскажи. Все, ваш бизнес будет неудержим. Система также включает еще одну модель, которая называется «Путешествуй и зарабатывай». Мы с вами очень много путешествуем, более 35 направлений, несколько тысяч партнеров уже с нами за 10 лет путешествовало, и все те партнеры, кто с нами ездят, понимают, что их бизнес идет все лучше и лучше. Во-первых, это новые эмоции, новый драйв и кураж, а во-вторых, мы знаем модель, которая называется «Путешествуй, рассказывай, зарабатывай». Более детально это посвятим отдельный тренинг, отдельный вебинар, потому что мы это делаем перед каждой поездкой, так, чтобы наши лидеры эффективно выезжали в регионы и, конечно же, на этом зарабатывали. Хочу сегодня о материалах также поговорить. Вебинар такой сегодня насыщенный, очень много слайдов приготовил, очень много информации для вас приготовил, но хочется донести до каждого по ту сторону экрана, что мы с вами в лучшей компании 21 века. Наверное, в 20 веке были компании хорошие, лучшие, но в наше время ничего подобного еще не создали. Да, собственно, и не создадут, потому что современный мир диктует другие правила игры. Они диктуют деньги, деньги, деньги. Для нас же никогда деньги не ставали приоритетом, потому что отношения и вызов – вот что сподвигло меня создать EPL 10 лет назад. Именно вызов всей индустрии, которую перевернули, к сожалению, с ног на голову, где компании продаются, творится беспредел на уровне компании. Все это в прошлом. Поэтому я создал EPL как компанию для людей, для дистрибьюторов, и мне кажется, у меня это получилось. Но судить вам. Итак, поговорим о материалах. Да, вот много компаний сегодня выходит на рынок, но что нас отличает, так это еще и наши материалы. Они есть как в интернете, печатные, и наши мотивационные составляющие. Поговорим, мы во всех социальных сетях, это наш бэк-офис, это наши чаты, которые мы постоянно модерируем и генерируем для вас. Это университет APL. APL, о котором мы сегодня с вами говорим и будем говорить более детально. Это фотохранилище всех наших событий. Просто заходите на сайт, посмотрите огромнейшее количество наших событий. Все фотоотчеты с каждого события. Вы поймете, как росла компания, и поймете, что нет компании, подобной APL. Это наш официальный сайт и, конечно, канал в YouTube. То, что сегодня делается для вас. А также каталоги, журналы, стартер-кит, ежедневник, MLM-тетрадь. Все эти инструменты созданы для вашего успеха. Если у вас их нет, прямо сегодня же заходите на сайт бэк-офис и закажите себе эти инструменты. Огромное количество материалов мы выкладываем на облачное хранилище в Google и в Mail.ru. Абсолютно бесплатно для проведения любого мероприятия, большого или не очень. Вам нужно просто зайти, посмотреть, как оформить офис, как, какую музыку включить. Все собрано, весь фирменный стиль APL, все мы для вас выгрузили абсолютно бесплатно на хранилище. Есть на иностранных языках, на русском языке. Заходите и бесплатно используйте и ролики, и плакаты, все, что вам необходимо.
Ну, а теперь моя любимая, наверное, часть. Это наши впечатляющие события. События, которые будоражат. События, которые действительно вдохновляют. И у нас их очень много. Наши есть мероприятия, которые проводит компания. Есть то, что проводят лидеры. И есть события, которые делают партнеры. Вы знаете, что компания проводит очень грандиозно годовщины. Это наш APL Planet. В честь дня рождения компании. Это обучающий форум APL Seasons. Мы проводим летнюю академию. Это событие, которое проходит раз в два года. Но это настоящая кузница наших кадров. Потому что после летней академии лидеры уже не приезжают теми, которыми уезжают на остров. Вот буквально вчера и позавчера мы в завершение рабочих процессов в ресторане с Каури и с ключевыми нашими сотрудниками или нашими вендорами, партнерами по различным обеспечениям сидим. И во время ужина большая часть времени уходит о рассказах о летней академии. Вот настолько и Каури, и наших лидеров впечатлила эта поездка в Панаму, что они постоянно не могут остановиться, рассказывать о том, как мы проводим нашу летнюю академию и другие события. Разумеется, это Golden People, это мероприятие в честь моего дня рождения и ежемесячные вебинары в начале каждого месяца. Это то, что делает компания. Вот, ну, говоря о летней академии, лучше, наверное, один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. Поэтому давайте с вами окунемся, посмотрим 5-минутный ролик о том, какие топ-5 испытаний мы провели на летней академии в Панаме. Внимание на экран. Задача летней академии – не просто проверить участников на прочность. Выживайте! Они меня едят! А раскрыть новые грани их личности, которые помогут достичь им больших высот. Страха нет, и я пойду на вершину успеха, не останавливаясь ни перед чем. Именно поэтому выбор испытаний не случайный. Каждая из них раскрывает определенные качества и меняет характер раз и навсегда. Каждое испытание мы можем приобщить именно к бизнесу. Как сплотить команду, как с ними работать для того, чтобы дойти к результату и для того, чтобы вся команда от этого выиграла. Мы попросили участников выделить те испытания, что повлияли на них больше всего. И вот что они выбрали. Поедание гадов. Вы должны сделать то же самое. Это испытание показало, что такое настоящее бесстрашие и как важно сетевику уметь проглотить обиду и негатив. Я сказала себе, что я обязательно проглочу это, прожую. Это страшно, но в то же время та грязь и то говно, которое от людей к нам поступает иногда, мы проглатываем даже более серьезные вещи. Только так можно прийти к своей цели, не оглядываясь на критику и не боясь осуждений. Если есть цель Тесла, то все, тут уже все сметаешь и не думаешь об этом, то что это, как это. Я буду идти вперед и буду побеждать. Кокосы и баланс. Баланс! Падать, но всегда подниматься. Задание очень сложное, люди падают, люди стараются изо всех сил, и, конечно же, все настроены на победу. Во что бы то ни стало продолжать путь, даже если больно. Я упала, и я считаю, что это для меня урок не спешить, идти потихоньку, степ-бай-степ, и будет победа. И двигаться сообща, к единой победе, к единым целям.
Я думала, что я не смогу этого сделать. Когда падали люди, у меня внутри был сначала страх. И потом вдруг внезапно подъезжает это колесо. Я думаю, я должна это сделать. Я залезла, это сделала. Это круто, благодарю. На вершину вместе. Достигать побед реально только если сплотиться. Вот они, настоящие лидеры, настоящие герои. Каждый сетевик – винтик большого живого организма. И в этом испытании участники поняли – вместе их действительно не сломить. Сколько драйва, сколько куража! Вот она, радость настоящей победы! Вот что творится с людьми, когда достигают своей цели! Столбы. Это испытание единогласно попало в общий список. А как иначе? Ведь именно здесь участники проявили свою максимальную волю к победе. Ободранные руки. Очень неудобно было стоять ногам. Очень неудобно. Силу, без которой невозможно стать успешным. Я сама не знала, что я способна на такое. Я вот себя узнала через это испытание. И умение держаться за эту силу руками и сознанием. И у них... получилось. Ну, сводила судорогой ноги, руки, все. Было очень непросто. Поддержка команды, их крики призывные, все. Это помогало держаться до последнего. Это реально была мощь моей команды. Грязь. Вамос! Побороть себя и нырнуть в глубины грязи. Что они творят? Не бояться выглядеть плохо или смешно. Я тотально готова на все. Идти к цели, не боясь испачкаться. Вижу цель, не вижу препятствий. Всегда помнить, что критики – это те, кто завидует вашим успехам. Потому что рост и успехи радуют только тех, кто знает себе цену. То, что мы делаем, это достаточно сложно. Нам очень часто приходится сталкиваться с отказами и непринятиями. Но мы должны просто про это забыть, стряхнуть грязь со своих плеч и идти вперед, и делать это. Это испытание научило участников во всем видеть светлые стороны и выжимать позитив даже из самых неприятных ситуаций. Супер классно! Здесь валяние в грязи показывало, насколько важно опуститься и вместе со всеми, со своими партнерами измазаться этой грязью, от нее потом избавиться. То есть это реально огромный тренинг, огромная работа. Снова проживал эти моменты, и как будто со всеми лидерами я снова там, на дикой Панаме. Конечно же, оно, я уверен, всегда осталось в сознании, в памяти, в сердцах у каждого, кто прошел это испытание. Но ведь самое главное, что растут чеки, растут квалификации, опыт, его ни за что не купить. И это не просто какой-то пионерский лагерь. То, что мы делаем на летней академии, мы настоящему скрываем все страхи. Мы проживаем за короткое время, за 4 дня, огромное количество ситуаций, которые потом в жизни очень помогают добиваться успеха. Вот, это говоря о мероприятии под названием «Летняя академия». Посмотрите на нашем канале в YouTube, как мы проводили летнюю академию в России, как мы проводили в США, в Майами. Вы поймете, что мы не ставим экспериментов.
все, что мы делаем, это хорошо выверенные, проверенные методики, которые действительно работают и не дают вам соскучиться. Ведь бизнес надо делать на кураже, бизнес надо делать играючи, а иначе он становится неинтересным, монотонным и своего рода работой. Так вот, четвертое мероприятие – это Golden People. Наверное, еще одно мое любимое мероприятие. Во-первых, это в честь моего дня рождения. И каждый год мы отправляемся в разные страны отпраздновать мой день рождения и неформально пообщаться с нашими лидерами. В этом же году из-за пандемии наши лидеры, амбассадоры, премьер-директора, люди, которые поехали бы на мой день рождения, меня действительно удивили. Они показали, что APL – это больше, чем бизнес, потому что решили не отправляться ни в какие экзотические страны, не подвергать ни себя, ни своих родных риску быть ужалитым, да, так скажем, пандемией. Но самое главное – спасти жизни маленьких детей. И каждый лидер посчитал, что примерно на только перелет и на проживание в отеле потратят 5000 евро минимум, чтобы отправиться на мой день рождения, не говоря уже о всех остальных затратах, то было принято решение по 5000 евро каждый лидер, который бы хотел быть в моем окружении и быть на моем дне рождения, чтобы перевел на благотворительный фонд. Вы знаете, что с первых дней компания создала свой благотворительный фонд вместе, но мы не стали просить, чтобы перечисляли деньги нам, чтобы сразу перечисляли на фонд Константина Хабенского. Совместно открыли отдельный счет, где каждый лидер при помощи своей банковской карты мог перечислить деньги в фонд Константина Хабенского. Это будет отдельный ужин, это будет отдельная встреча, где каждому лидеру Константин вручит благодарственное письмо. Я же от себя лично хочу составить этот список своих настоящих лидеров, людей, которые не пожалели, и не просто для себя, а для маленького, незнакомого, ни родного, ни близкого, просто ребенка отдать часть своих доходов, чтобы спасти ему жизнь. Вот. Я надеюсь, что сумма, которую перечислили наши лидеры, хватит на спасение нескольких жизней. Вот еще буквально несколько дней мы держим этот счет открытым, так что лидеры, которые по какой-то причине еще, может быть, не поучаствовали в этой благотворительной акции в честь моего дня рождения, то у вас есть шанс сказать, что вы со мной, что мы вместе. Вот. Вот такие вот события, да, но хочется поблагодарить Мизиву Фадееву, нашего премьер-директора, лидера, который организовал бал в честь моего дня рождения в Москве. Я с удовольствием по возвращению из Лондона посетил этот светский бал с нашими лидерами в Москве. Буквально одноминутный ролик, посмотрите, как это было. Спасибо, Мизифа, еще раз за организацию. Вот так вот за одну минуту просто передать атмосферу того, что творилось. Действительно потрясающая кухня, хорошая программа. Ну а самое главное – это встреча с единомышленниками. Дорогого стоит. Низипа, еще раз от всех нас пламенный тебе
привет и, конечно, слова благодарности. Дальше. Поговорим с вами о том, какие мероприятия должны проводить наши лидеры. Это лидерский совет планирования по понедельникам. Поэтому я хочу, чтобы вы сейчас составили план расписания для своих команд, для себя лично и со своими спонсорами тоже. Итак, планирование обязательно на неделю вперед и подведение итогов прошлой недели. По вторникам мы онлайн встречаемся и проводим презентацию возможностей компании. По средам у нас проходит про-продукт в офисах арендованных или в РЦО. Про-продукт, профессиональный рассказ о продукции компании. Как его проводить, как рассказывать, все это есть на нашем IPL-офисе. Я покажу, где это все взять и как скачать. По четвергам ПВК в РЦО или в офисе, или в арендованных помещениях в отеле, так, чтобы вы могли встретиться и провести презентацию живьем. Несмотря на пандемию, я знаю, что уже сейчас ряд стран снимают запреты, в регионах уже послабления идут. Начните собираться, потому что обмен энергиями живьем, конечно, не заменит общение через Zoom. По субботам. По пятницам мы проводим про-продукт или обучение УСП онлайн, а по субботам встречаемся сами лично, чтобы пройти обучение успешного старта партнера. Каждую последнюю субботу месяца обязательно суббота, последняя суббота месяца. Не переносите на понедельник или воскресенье. Есть система, где четко прописано каждый день, когда что должно проходить. Проводим большой бизнес-семинар. Сценарий, что говорить, как говорить, все это также есть в IPL-офисе, все бесплатно, заходите, скачивайте и повторяете. Кофе-дни мы проводим последний вторник месяца. Также партнеры сами проводят свои вебинары, форумы, организовывают и постпромоушены выездных событий. Ну и совсем недавно мы добавили вам сценарий проведения бьюти-вечеринок. Это то, что, в принципе, мероприятия, которые будут помогать вам добиваться успеха. Главное, следите за расписанием. Тренинги. Какие же бывают у нас тренинги? ПВК – это презентация возможностей компании, где задача познакомить ваших гостей с возможностью компании. Познакомить с продуктом, с маркетинг-планом, с индустрией и с руководством. УСП – успешный старт партнера. Задача – дать основы работы в бизнесе вашему новичку, провести по ступенькам к лидерству. Все тренинги также прописаны, заходите, скачивайте и начинаете проводить или обучаться сами. Про продукт. Профессиональный рассказ о продукции компании. Задача – дать полную развернутую информацию о нашей продукции. Ну и большой бизнес-семинар. Задача здесь уже научить выступать, не бояться сцены, пройти через сцену и получить признание. Это событие, на котором еще, помимо тренингов, дается признание по итогу месяца. Итак, как я сказал, я покажу, где вам взять все эти сценарии. Заходите на APL Office, заходите в первый шаг, заходите в раздел «Шаблоны тренингов», и у вас есть и ПВК, ОСП, ПРО-продукт и BBS. Нажимаете кнопочку PDF-файл, скачать, сохранить. Все. Прямо сейчас запишите себе сегодня скачать все сценарии тренингов. Что нужно сделать? Первое – это принять решение. Если в вашем городе не проходят системные мероприятия, я хочу вас поздравить. Вы будете тем первым партнером, тем ключевым партнером, который начнет его проводить. Для этого примите решение. Узнайте у своего спонсора о ближайших событиях и посетите его. Но также вы можете принять решение и сам назначить дату мероприятия. Арендовать для этого зал, конференц-зал в отеле или в РЦО. Зайти на APL Office, качать сценарий проведения. И самое главное, не забудьте сообщить о вашем событии спонсору и всей своей команде. Для этого есть социальные сети. Для этого есть телефон, где вы можете связаться, и так, чтобы о вашем событии знали. Поэтому поставьте цель начать проводить события в вашем городе, даже если они сейчас не проходят.
Следующее. Я хочу, чтобы вы все открыли календарь. Они есть в ваших смартфонах, они есть у вас в напечатанном виде. И на сайте AP Office тоже есть раздел «Календарь». Я хочу, чтобы вы записали все ближайшие события, которые вы будете посещать. По вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам. Чтобы вы записали главные события, я сегодня вам расскажу о тех событиях, на которых точно буду в этом году, на котором будут точно все амбассадоры, на котором будут все наши топ-лидеры, поэтому если вы себя таким считаете, вы должны быть на событиях, о которых мы поговорим чуть позже, чтобы вместе также стоять, вот как на следующем слайде, с нашими амбассадорами и сами были амбассадорами. Только на событиях делаются большие бизнесы. Без событий не может быть большого бизнеса, большого успеха. Поэтому мы умеем делать эти события. Поэтому примите для себя решение. А я расскажу вам о тех событиях, которые обязательно вам нужно будет посетить, и что мы для вас приготовили на этот неудержимый 2022 год. Итак, в феврале месяце мы с вами прокачаем свои знания, касаемых бьюти. Наша серия, еще одна флагманская серия APL, это серия бьюти. И мы расскажем вам все о новинках, о том, как правильно пользоваться, в чем отличие одного средства от другого, как и чем отличаемся мы от множества других предложений в косметологии. Все это в течение месяца мы будем проводить вам обучение по бьюти. Круто? Можете поаплодировать, поставить ваши плюсики, потому что огромное количество тренеров, огромное количество спикеров интересных, новых, которых вы, возможно, не слышали. Познакомитесь и узнаете, и влюбитесь в эту серию так, как те, кто уже однажды попробовал ее на себе. Действительно, мы эту серию, как я и говорил, будем расширять. Это еще одно весло в APL в качестве продуктовой линейки. То есть есть Accumulate SA, есть Beauty. Это два весла, на которых мы планируем четко идти своим курсом. Также мы проведем в марте месяце обучение, которое будет связано с масштабированием бизнеса через интернет. Как создать личный бренд, стратегия продвижения, как составить контент-план, как себя позиционировать, как делать правильно мобильную фотографию, чтобы она работала, как научиться писать продающие тексты, как находить людей в интернете, как их рекрутировать. В общем, множество интересных фишек мы раскроем вам на тренинге в марте. Также хочу объявить о своем президентском марафоне. Вы знаете, что лидеры, которые прошли мой марафон, они все добились успеха. Это сложно, но это возможно. Но это будет онлайн. Я отберу людей, объявлю, дам возможность каждому человеку поучаствовать. Каждый сможет заявить себя. И до марафона, разумеется, не все. Но заявку подать сможет абсолютно каждый. Целый месяц планируем мощный марафон для наших партнеров, где я буду лично курировать и гарантирую вам шикарные результаты. В конце марта мы запускаем Академию спикеров. Обучение будет проходить в России, в Чебоксарах и на Кипре. Часто меня начали спрашивать, когда вновь запустится Лига APL. Да, вы видите нашего молодого амбассадора Айрата, который неудержимо прыгает на сцене и показывает свое счастье. Это был первый такой опыт, когда взяли человека без квалификации в APL и довели до серьезных результатов. Здесь же будет все по-другому. Мы подготовим 10 спикеров компании, которые будут отличаться и внешним видом, потому что мы хотим приготовить специальные костюмы для спикеров,
который нужно будет заслужить, некий золотой, скажем так, пиджак, да? Ну, может, он будет серо-буро-малиновый. В общем, не знаю, какого цвета он будет и как он будет выглядеть, это вопрос к креативному директору. Но знаю точно, что те знания, которые мы дадим, и то, как мы научим человека работать, эти 10 спикеров будут действительно эталоном APL. Это будет визитной карточкой APL, которые будут представлять компанию на различных мероприятиях, в регионах. И самое главное, что я даю индивидуальную работу. Это будет мой персональный коуч. Поэтому возможность побывать и у меня дома, и увидеть изнутри систему, это круто. Кто из вас хочет попасть, уже прямо сейчас можете мысленно сказать, да, вы готовы, вы достойны, чтобы пройти Академию спикеров. Дальше. 1, 2 и 3 апреля я лично буду в Харькове. А вы? Потому что это уже будет третий форум, который проводится в Харькове. Я с удовольствием в этом году посещу его вместе со своим окружением. Так что вот я хочу, чтобы вы записали эти даты и ничего другого на эти дни не планировали и сделали все возможное, чтобы быть на этом форуме. Также 8-9 апреля официально подтверждаю свое участие и участие всех амбассадоров в Алма-Ате. Несмотря на форс-мажор, который состоялся в январе в Алма-Ате, сейчас порядок восстановлен, можете не переживать, что все будет хорошо, и организаторы меня заверили. Наш организатор, наш национальный директор заверил, что все будет хорошо, и все будет гостеприимно, как всегда. Поэтому я подтверждаю, и наши лидеры тоже будут в Алма-Ате 8-9 апреля. И опять-таки, несмотря на трудные времена в Алма-Ате, то, что творились в январе, они в лидерах продаж. Об этом я итоги буду подводить и расскажу. Первая евроассамблея состоится в Софии, в Болгарии, 14-15 мая. Именно ассамблея. В новом формате проведем мы события, которые назвали «Будь осознанным». Поэтому уже сейчас начинается продажа билетов на все эти форумы. Связывайтесь с организаторами так, чтобы успеть приобрести билеты. 24-25 сентября я буду в Кишиневе. Уже стало традиционным в конце сентября проводить форум Go Moldova. И мне нравится бывать. Сразу после посещения завода мы уже традиционно будем на форуме в Молдове. Также организатор, как всегда, Лилиана Кручкевич, обращайтесь. Поэтому хочется, чтобы вы научились планировать, потому что если нет плана, жди провала. Да? Вот под таким девизом пусть пройдет этот ваш год, чтобы действительно вы научились планировать. Ежедневник, который действительно помогает правильно спланировать, какой-то золотой, он снова появился в бэк-офисах, а если у вас его нет, вы можете воспользоваться его бесплатной версией. Опять-таки на aplofficeoffice.com заходите и берете материалы, которые содержатся в этом ежедневнике, чтобы не думали, что мы хотим вам что-то дополнительно продать. Нет, мы всегда создаем инструменты и даем их еще и в бесплатном доступе. Вот такая вот суперкомпания APL. Вот. Сегодня я вкратце рассказал вам о нашей системе, чтобы вот вы прониклись тем огромным количеством информации, которую мы для вас приготовили. Но чтобы закрепить, хочу показать вам ролик несколько минут о нашей системе. Давайте. Самосовершенствование – прямой путь к успеху и материальному благополучию. Компания APL всегда заботится о том, чтобы ее партнеры получали самые новые, полезные и применимые знания и самые лучшие инструменты. Сайт APL Office – это не просто хранилище информации, это полноценный интернет-университет. Система призвана сопровождать каждого партнера на всем пути развития в компании. От новичка до эксперта, который сам может и хочет обучать других. Эта уникальная система состоит из трех шагов. VIP – Very Important Partner.
очень важный партнер. Это шаг для новичков, которые только начинают строить свой бизнес. Компания ценит новых партнеров. Это будущее компании APL. Поэтому мы делаем все для того, чтобы с первых дней научить их работать правильно. Второй шаг – лидер. Это шаг для тех, кто уже подписал людей и создал свою структуру, то есть стал лидером. На этом шаге наши партнеры переходят из фазы строителя в руководителя. И компания предоставляет им все необходимые знания и материалы, чтобы эффективно управлять своим бизнесом и развивать его. Третий шаг – мастер. Это шаг для лидеров, которые настолько преуспели в строительстве и управлении, что с полным правом могут передавать свои знания и опыт другим партнерам. На этом этапе компания помогает будущим мастерам выстроить собственный бренд, научиться эффективно выступать на публике и создавать системы обучения для других партнеров. Система VIP «Лидер Мастер» помогает партнерам плавно и комфортно переходить с одного этапа развития на другой, предлагая все новую и новую информацию для личностного и профессионального роста. Информация и материалы каждого шага подобраны с учетом уровня развития партнеров компании, его опыта строительства бизнеса, поэтому перескочить шаг или начать сразу со второго или третьего нельзя. Доступ на сайте открывается поэтапно, только при успешном завершении предыдущего шага. Система VIP «Лидер Мастер» – это ваш путеводитель к цели. Обучайтесь, развивайтесь, зарабатывайте в APL с удовольствием. Ну что? Вот так вот, небольшой закрепляющий ролик, чтобы действительно еще раз прониклись тем, что же компания APL делает для каждого новичка, для каждого лидера и топ-лидера. Мы готовы привести вас к вашему успеху. И в APL для этого есть все необходимое. Но традиционно на своем вебинаре в начале месяца я подвожу итоги прошлых месяцев, прошлого месяца, и нам действительно есть чем гордиться. Я бы хотел показать лучших из лучших по итогу января 2022 года. Давайте с вами познакомимся с лучшими рекрутерами. Кто же на этот раз вошел в рейтинг лучших из лучших? На первом месте представитель Польши LGBT. Посмотрите на количество PV на первом уровне. Хочу показать вам тех лидеров, которые вот стали лучшими из лучших. На первом месте 13 220 PV. Круто! Сейчас хочу показать вам еще один рейтинг и тоже лучших рекрутеров. Когда мне прислали на утверждение рейтинг, я, конечно, не смог прочитать ни одно имя, потому что иероглифы я не понимаю, но я увидел цифры. Думаю, так, если я покажу на вебинаре такой рейтинг, ну, надо, чтобы кто-то из русскоговорящих, из русского комьюнити понял, кого поздравляем. Поэтому мы сделали два рейтинга. По СНГ Европе и по миру. Хочу показать вам, кто стал лучшим рекрутером в мировом рейтинге, топ-10. Покажите, пожалуйста. Южная Корея. Посмотрите, сколько на первом месте и сколько на десятом. 14 225 PV. Десятое место. Есть куда стремиться. Это совершенно новая страна, только недавно начала работать и уже ставит рекорды по товарообороту, рекорды по рекрутингу. Но также хочется традиционно поздравить лучших руководителей РЦО. На первом месте это люберцы, на втором месте Яссы, Румыния, на третьем месте Кишинев, Молдова, Кызыл, Россия. И, как я и говорил, несмотря на сложные времена в Алмате, на пятом месте РЦО Алматы. Поздравляем! Вы достойны бурных аплодисментов. Хочу познакомить вас с теми, кто стал лучшим по вторичным закупкам. Это те партнеры, которые на свой персональный номер покупают больше всех продукции. Опять-таки, по вторичным закупкам в январе по Европе и СНГ. Ваши бурные аплодисменты. Поздравляем! Браво! Ну и традиционно лучшие чеки, опять-таки, Европа и СНГ.
Нина Шашакова, Евгений Новиков, Эдуард и Эмма Поль. Первая тройка. Ирина Толстихина, четвертое место. Ирина Бороденко, пятое место, Украина. Артем Иващенко, Голобановы, на шестом месте, Украина, поздравляем. Лиана Пари и Лиана Крючкевич, Молдова, на седьмом месте. На восьмом месте наши амбассадоры Игорь Гришко и Людмила Дерягина. На девятом Лариса Гукова-Масляк, на десятом Куралай Куранбаева, Казахстан. Вот они, лидеры, которые достойны ваших бурных аплодисментов. Это те, кто зарабатывает в Европе и в СНГ больше, чем все остальные. С них есть возможность взять пример, потому что они говорят с вами на вашем родном языке, поэтому приглашайте их на свои вебинары, приглашайте их на трехсторонние звонки, они поделятся с удовольствием своим огромным опытом. Ну и мне подсказывают, что у нас готов сюрприз от креативного отдела. 14 февраля, в честь всех влюбленных, такой романтический праздник, мы предлагаем вам всем собраться в РЦО, в офисах со вторыми половинками. Неважно, занимаются они бизнесом вместе с вами или нет, но я предлагаю устроить такой настоящий романтик в представительствах, в офисах, может быть, в ресторанах где-то, но обязательно с просмотром большого фильма о любви в IPL. А сейчас небольшая затравочка в одну минуту. Внимание. Когда в офисе в Чебоксарах мы смотрели полную версию этого фильма, у нас снова соли текли слезы радости, волнения, трепета, потому что то, что мы провели в Мексике для огромного количества пар, конечно, выделяет и пел из множества компаний. Вот ни одна компания не может похвастаться тем, что она с душой. С настоящей душой. Это то, что нас отличает. И 14 числа я гарантирую слезы у всех, кто будет смотреть полную версию этого фильма о любви в IPL. Поэтому запишите еще одну дату, которую нельзя пропустить. Но сейчас, подводя итоги сегодняшнего вебинара, я хочу, чтобы вы ставили цели. И пусть ваши маленькие победы будут каждый день. А для этого вам нужно планировать научиться свой день, неделю, месяц и весь год. И я хочу, чтобы сегодня, по завершению этого вебинара, вы запланировали свой неудержимый 22-й год. Я хочу, чтобы вы вписали свои планы, события, которые вы точно посетите, тренинги, которые будете организовывать сами или на которые вы поедете. А самое главное, хочу пожелать вам быть с нами на одной волне в этом 2002-м неудержимом. Мы гарантируем, что с нами вы не соскучитесь, и вы будете зарабатывать больше, чем пока даже можете себе представить. На этом у меня все. Желаю вам счастья, любви и терпения. До новых встреч. Храни вас Бог. Пока-пока.
Скажи, в чем твое предназначение? Выбираешь ли свой путь или будешь мишенью? Шаг за шагом нелегко, ABL тебе поможет. Говорим тебе сейчас, ты в команде и тоже. Ты достоин аплодисмента, ставишь цели и ловишь моменты. Веницею событий мы с тобой, мы словно птицы. Ты достоин аплодисмента, ставишь цели и ловишь моменты. Мы с тобой, мы словно птицы. ABL, ты готов измениться. За победы в новый день мы расскажем тебе, как нужно. ABL, твоя семья, это выбор для лучших. Ты теперь один из нас, и мы тобой гордимся. ABL, это мы, расширяем границы. Аплодисмента, ставишь цели и ловишь моменты. Веницею событий мы с тобой, мы словно птицы. Ты достоин аплодисмента, ставишь цели и ловишь моменты. Мы с тобой, мы словно птицы. Нелегко. Мы рядом, значит, мы сумеем все вместе стать еще сильнее.